Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы делаем холодец, пока не прошла зима. Нам для этого понадобится голяшка свиная, свиные ножки, курица, говядина, лук, чеснок, морковка, перец душистый, перец горошком черный, лавровый лист и соль. Все делается очень просто, но долго. Предварительно мясо все нужно хорошо помыть. Свиные ножки, рульки, всю шкуру нужно тоже почистить ножом или вот такой вот сеткой для мытья посуды. Очень удобно чистится. Также ей удобно чистить и морковку. На дно я обычно кладу ножки. Рульку. Курочку и мясо сверху уже говядину, чтобы она там не пристала сильно, не пригорела. Теперь заливаем все это водой. Уровень сейчас может быть любой, потому что первую воду я буду сливать на сильном огне, доводим до кипения. Бульон только начал закипать, уже появляется первая пенка. Я его сейчас выключаю. И весь этот бульон я сливаю. Так я делаю не всегда. Просто сейчас у меня ножки свиные пролежали в морозилке пару месяцев. И я решил слить бульон, чтобы не было лишнего запаха. Еще я пару раз холодной водой промыл все мясо. И налил новую холодную воду. Теперь включаем газ. На максимальном нагреве можно довести только до кипения, потом убираем нагрев на самый минимум, чтобы все это мясо томилось. И томить мы его будем часов 6. Ни соль, ни морковку, ни лук, никакие специи мы пока не кидаем. Вода начинает закипать. Я делаю самый маленький огонь и снимаю пену. Пену придется снимать несколько раз, потому что она будет первое время появляться. Холодец варился 4 часа. Отправляем сюда луковицу. Можно даже не чистить. Лавровый лист. И морковку. Несколько горошин душистого перца. Несколько обычного черного. И солим. Варим еще 2 часа на малом огне. Холодец варился ровно 6 часов. Теперь все лишнее, лук, лавровый лист, мы отсюда выбрасываем, а мясо перекладываем в гастроемкость, чтобы оно остыло. Вот рулька так хорошо сварилась уже. Курочка. Большие куски я все выбрал. А бульон теперь надо отцедить. Теперь мясо нужно остудить, чтобы можно было его брать руками. Все отделить мясо от костей. Смешать все. И можно уже раскладывать по формам.
Мясо порезал небольшими кусочками. Теперь, по желанию, выдавливаем сюда чеснок. И перемешиваем теперь это все с чесночком. И начинаем все это раскладывать по формам. Морковку тоже можно порезать. Если вы ее любите, тоже можно положить на дно формы. С бульона я сколько мог снял лишний жир и поставил его на плиту. Сейчас его нужно довести до кипения. Ну и равномерно раскладываем мясо по всем лоточкам. Бульон сейчас нужно еще раз попробовать на соль и, если нужно, то досолить. Ну и теперь начинаем равномерно разливать бульон по лоточкам, по нашим. Запах чеснока пошел, просто прелесть. Теперь можно здесь, на кухне, открыть окно, закрыть дверь в комнату и оставить его здесь, потому что на улице сейчас холодно, и он к утру застынет. Посуду с холодцом на какое-то время ставим в горячую воду, чтобы края отстали от самой посуды. Вот такой получился холодец. Жира совсем мало. Теперь пробуем переворачивать. Ну что, друзья, пробуем холодец. К холодцу у меня тут в наличии донской салат, бородинский хлебушек, зелень, горчичка, жареная картошечка, маринованные помидорки, ну и лекарства. За вас, друзья! Здоровья вам, счастья и удачи! Горчичка. И кот у меня здесь рядышком. Очень вкусно. Очень вкусно. И соль в меру. И мяса много. И мясо все разное. Сам бульон прозрачный, хороший, нежный-нежный, очень вкусненько. Хлеб даже забыл укусить. Ну, далеко ходить не будем. Всех благ. Теперь салатика донского. Все эти рецепты вы можете найти на канале. Все это будет в описании ролика. Тут еще второй кот пришел. Все собираются.
Ну, продолжаем.